Друзья, привет! Давно ничего не выкладывала, так как не снимала видео. Не было настроения, не было желания. Просто не хотелось, скажем так. Но сегодня я делала прямую трансляцию на Твиче. Ссылочку на свой канал оставлю, если вдруг кто-то любит смотреть Твич. Не знаю, буду ли делать и на YouTube трансляцию, там есть такая функция, но вот специально сейчас сжала видео в ускоренном режиме и просто буквально на 4 минутки сделала. Там, конечно, на 2 часа я в прямом эфире рисовала. Можно заходить, можно задавать вопросы и пообщаться. То есть я рисую, но при этом отвечаю на вопросы. И самое интересное, что там будет не только рисование, а также будет резьба, также будет работа с кожей. В общем, все, чем я занимаюсь, там будет. Вообще сейчас усиленно Твичом увлекаюсь. Вот сегодня первый раз постримила, и было интересно. Вот. Сейчас вы видите корову вот в таком формате. Она, конечно, камера немножко дальше стояла, но мне пришлось обрезать, поэтому так вот в лоб. И, конечно же, сейчас, наверное, куча дизлайков будет, но это не важно. Мне просто нужно донести информацию о том, что и у меня есть теперь Twitch-канал, и со мной можно поболтать в прямом эфире. Присоединяйтесь, жду вас в гости. Также будет скоро и видео про деревяшки. Постараюсь снять в ближайшее время. Всем пока!